И всем привет! С вами Зерамос, и мы продолжаем проходить Crash Bandicoot 2 Entranced. Давайте сначала вот этот уровень пройдем. Так, следующий кристалл находится в космосе. Мы должны использовать свой космический костюм ракету, чтобы его получить. Второй посол. Огромный фаербол, который уничтожит кристалл. В общем, такой странный уровень. Мы должны вот этой штукой наводить наш маневр движения и уклоняться вот от этих вот штук непонятных. Так, 6 из 21. Так, а вот так можно ускориться. Ну, если вот эта штука догонит... В общем, если эта штука нас догонит, то... Вот этот огонь, который... Ну, вот видите, он уже начал догонять. Вот если он нас догонит, будет жарко. Хоть, конечно, это и не солнце какое-то, как уровень называется, побег от солнца. Но все равно. А, чёрт! Так. Интересно, что быстрее тут? Так, давай, убейте меня уже. Становится жарко. Все насыщеннее фон становится. Видите, как сложно в этом уровне сдохнуть. И... Надо же. Да. Хрена себе меня тут... Но лучше не буду ускоряться. Так. Нормально пройду. Только разве что вот эти штуки можно использовать. Это чисто, чтобы меня вот эта штука не стала догонять. Хе-хе. Коробочки. Так, сколько там еще? А, 3 коробки осталось. Очень мелочи. Просто зачистил такое. Оп-оп-оп. Прелестно. Не, ну Коко, конечно, упоротая на этом рисунке. Мистер Лава-Лава. Давайте сюда. Так, тут у нас есть ошметок. Он должен был взорваться вместе со мной, а не игнорировать меня. Так, у меня нет никакой способности к вращению. Бешеный попугай. О, чекпоинт. Да, бонус распознавать только в качестве чекпоинта. Могу, умею, практикую. Двенадцать коробок. Сейчас уверен, вы начнутся вот эти вылетающие штуковины. Нет? Странно. Хитро. Заныкали.
Ну, я хотел проверить, что здесь ничего нет. Чё, охренел? Опаньки. Ладно. Ракета. Я там ничего не пропустил. Опа. Так, я хочу... Знаешь, что будет, если я упаду сюда? Ничего. Ну, я просто не помню, где находится тут этот камень, ошметок. Поэтому проверить надо. Ах ты гад. Забыл про этого... Про этого птицу. Так, дубль? Черт знает какой. И... Запомните. О, пугай. Мне показалось, не убился. Ох ты ж. Ха, заныкали такие. Перцы умные. Нет, хитрее. Иногда. Очень редко. Так, чушь. Нифига себе, он так же быстро. Первый еще подождал, пока я там цеплю, а второй просто взял и даже не дал мне нормально время сообразить. Угу, конечно. Я уже думал, сейчас еще и мимо этого промахнусь. Уи-у-у. И наверху. Аккуратно. Главное не тормозить на вот этих моментах. Вообще ни на каких моментах. Я бы даже сказал. Что тормозить тут себе дороже. Наверху что-то есть. Зря я, кстати, чекпоинт разбил, может было. А, ну и... Нет, не зря. Что я умудрился сдохнуть. Ого. Да. Ну хотя бы они не забирают меня. Просто блокируют мне путь назад. Ах ты ж. Ну я и звук издал, конечно. Осторожность. Главное слово в этой игре. А вот и камень. Кстати, по-моему, эти ошметки камней распределены. То есть... Конкретный цвет этого ошметка попадает только в конкретном типе уровня. Это интересно. Затея. Ну, как-то так. Окей. Я сейчас знаю, что у меня еще прыжок есть. Хрена себе. Вот такой. Уи! Уи! Прелестно, второй уровень пройден. Так, этот уровень я оставлю потом.
Эти веревочки — это вещь сложная. Ой, не сюда, не ту кнопку. Ладно. Ох ты ж. Ага. Ага. Я ж обращался на тебя, ты. Скорпин же необразованная. Так, надо прицелиться аккуратно. И вот так вот все сделать. То есть, по-моему, сюда не обязательно ходить со сбором ящиков. Потому что тут стоит везде нитро. И они просто уничтожат все эти ящики. Ну, нитро вот эти. В общем, вся взрывчатка. Чё-то, мне кажется, я зря это сделал. Хотя я попробую вернуться назад. Что мне мешает? Пытаться пройти уровень полностью. Так. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь. А, здесь сразу же чекпоинт. Ну этого однозначно надо ушатать сразу же. А так я действительно постараюсь вернуться назад. Все? Все. Как же не все-то? А, ладно. Я как забыл, что у меня есть двойной прыжок, запаниковал, что уже падаю. Использовал двойной прыжок. Оказалось, что это не надо было делать. Так куда удобнее. А, это маска. Стою такой, пытаюсь разглядеть, что за ящик такой. Так, там ящик наверняка. Причем один. Это был на краю. Было окраинно близко. Даже звук есть. Не замечал раньше. Только 28 ящиков. Бонус. В тебе много? 26. Ну не то чтобы много, но достаточно. Конечно. Но чисто из-за этого лучше было бы. Чем лучше было, когда была телепортация. Что же за такое? Что же это за такое? Как так-то? Я сказал, сдохли. Кстати, что там было? А. Просто мне надо знать, сколько ящиков там точно можно оставить. Я же не соберу все ящики из-за нитро. Там два нитра, походу, да? Надо запомнить. Тут ничего нет. Ну так сразу, на всякий случай.
а то знаю я их. Хитроумных людей таких. Ну да ладно. Раз, два. Но должно быть минимум 24. Чем максимум 24. Ну, садюги, разработчики этого бонуса. Это крупновато. Ну, сложновато, я имею в виду. Семь. Короче, раз, два. Это что сейчас было? Я не понял. Что-то странное было. Вот теперь я вспомнил, почему я эти не люблю, эти веревки. Чуть малейшее какое-то странное движение и все. Понятно. Нельзя просто так, чтобы он сам съехал чуть-чуть. И нормально разогнаться нужно. Упорным способом самому съезжать. О, жестокий бонус. Это я еще явно не половину прошел, я думаю. Так, тут есть свободная веревка? Есть. Надо сейчас на ней потренироваться вообще, как это делается. Да. Это очень упорно делается. Ах, по крайней мере, теперь я знаю, что можно самому затормозить чуть-чуть. Не понять, зачем он так быстро, так резко сам спускается с такой скоростью. Тут ты вот так сделаешь. Понятно. Уже не те кнопки начинаю нажимать. В общем, понятно. Мы встряли. Ну и бонус, конечно. Самая сложная вещь, которую я тут видел. Понятно. Так, ну я где-то половину прохожу. Ладно. Так, снайперски прямо в эту дырку вошел. А вот когда надо снайперски куда-то попасть, я, естественно, куда угодно попадаю, только не в маленькую щель между ящиками. Ну или между платформами, чем там. Зависит от ситуации, когда мне нужно что-то очень точное сделать. Два, три. Черт, я не помню, сколько там нитро было. Гениально. Потому что я не хочу этот турнир еще раз проходить. Потом уже на все ящики.
Напоминаем, 1-2 нитро в самом начале. Три, четыре, пять, шесть. Так, 6 нитро. До тех 3 ящиков. Значит, максимум мы 20 ящиков соберем. Раз, два, три. Уху-ху. Хорошо встал. Вот, собственно, я до сюда бы и дошел. То есть пути теперь наконец-то сошлись. Да, 2, 3, 4, 5. О-хо. Чё плюешься? Плёв без него долетел. Не та кнопка. А. Это просто проверить, что здесь ничего нет. Понятно, здесь ничего нет, запомните. Сколько там? Все взорвалось. 2, 2, 2, 2, 5. Не знаю, почему именно так я посчитал. Такую щель. Чё же за мастер проходить в неведомые щели? А, конечно. Сдыхали, сказал. Хе-хе. Да что ж ты такое? Ух ты ж. Замечательно. О, только не оно. Да, конечно. Да вы издеваетесь? Так, ну хотя бы там вумпами показывают, где находятся эти. Да. Так, куда надо наводить, чтобы ящики все сбить? Ну конечно. Вот это, мне кажется, уже лишнее. Механика. Это... Не то чтобы она очень хорошо смотрится в Бандикуте. Конечно. Откуда у меня тогда две маски было? Непонятно.
А, она мне иногда появляется. А, если я умираю с этой штукой. Тут уже точно, я вспомнил, тут какой-то баг есть. То есть, по-моему, если я вот так сдохну. Да, у меня сейчас маска будет тройная. Тут какая-то странная вещь. Че, на меня, да? Неудачники. Ну-ка, конечно. Почему маска полная не дает бессмертия от этого момента, я не понимаю. Все, ладно, яма, это понятно. Что она все-таки не терминатор, чтобы она, маска такого маленького размера, поднять такого огромного бандикуда. Хотя Ука-Ука, например, Кортекса спокойно поднимает в третьей части. Я это прошел. Это Water Lodged. А, ну да. 25 коробок. Следуем за вампами. По-моему, их все-таки правильно вампами называть. Как бы это странно. Для меня не звучало. Как ты разобьешь? Даже чекпоинт оно разбило. Только засчиталось ли у меня как чекпоинт, это непонятно. Да. Странная трава посреди чистого океана растет. На удивление. А! Вот и увидели, как акула нас съедает. Кстати, не уверен, но, по-моему, маска не должна защищать от этой акулы. Кто? Ага. Да, музыка просто вот эта тревожно не успевает нарастать. Ну, это еще какой-то короткий уровень был. Ага, все. А теперь остался вот этот, который я оставил напоследок. Ух ты ж. О. Здорово, скоробей. Тут у нас будет, я уверен, этот камень. Я хочу так сделать. Чекпоинт взять на обратном пути, то есть я хочу вернуться еще здесь назад. И... Да, тут скользко... Это не то, что мы скользим, то есть напрямую мы не скользим, вот можно даже спокойно стоять на наклонной поверхности, а именно просто... Он... А, проскальзывает. О! Заодно здесь успел уничтожить. А, тут надо по-любому возвращаться. Вот этот номер. Ну я и звуки издаю. Там-та-та-дам-пара-па-па-па-рам.
Пам-пам-пам-парам. Берли. Ну, это тут как-то странно себя идет. Странный этот ящик. И как-то обидно, что нигде не реализовали ящик Пол, который был в прототипе первого Бандикута. На мой взгляд, идея вполне интересна с этим ящиком. Такой не опасный для жизни взрывчатка. Мужика как-то тайминг странный. Я так далеко уходил, что там сверху все еще... А вот до сюда, видимо, я доходил. Тан-тан-рам-пам. 26 коробок. В бонусном уровне. Бонусный уровень тоже затапливается. А что нет смерти от попадания за верхнюю границу экрана? И назад. Ну, этот прыжок, конечно, чисто ради высоты. Опа, здорово. И просто буду еще ждать, пока он упал. О, я даже не заметил, как уже бонус кончился. Возможно, дает о себе знать то, что это уровень из моих любимых. А возможно, то, что он сделан несложным. Хрена себе. То есть меня сейчас маска от воды защитила. А вот как оно тут делается. Хитрый нашелся. Так. Ой-ой-ой. Кто-то мусорит блоками. А, вот кто мусорит блоками. 4 коробки осталось. И могут ли 4 коробки быть... Да, это были нитро. Да, быстро очень прошел. Фейк краш. Ох ты ж. Это такой инвертированный бой. Нужно привыкнуть. Касаться нельзя. Два этих чайника самоуничтожатся друг об друга. Транс, ты идиот. Это был не краш. Это был какой-то поддельный краш. Откуда мне было знать? Он обдарил тебя. Кроме того, они никогда не найдут наше убежище. Даже в течение миллиона лет. Отличная работа, краш.
Еще немного кристаллов, я смогу открыть... В общем, проход в убежище Тропи. Отлично. Торнадо. А на этом я благодарю вас за внимание. Обязательно оставляйте комментарии. До новых встреч в следующих сериях.